Я так подвигаю. Нет, я согласен. На самом деле, на самом деле. Ты меня поняла? В пределах своей компетенции, можно даже не смотреть. Хорошо, мы с вами поговорим потом, ладно? А тут такая ситуация. Хорошо. Это не вам оценивается. То есть вы берете сейчас место исполнения 13. Да. Оценивать правомочность вынесенного решения. А если где нарушение закона? Я понял, на норму закона. Сошлемся на норму закона. Спасибо вам большое. Нет, есть черный конфликт, что средства массовой информации препятствуют. Причем с причиной массовой информации. Я понимаю, что заявление данное уже сейчас поступило. А вот обычный предприятие даже не установлено. Мы всегда решение необоснованное, как сказала избирательная комиссия Московского округа. Не, она это по-другому сказала. Именно поэтому, именно так она и сказала. А моральный вред тоже предъявить, нет? Так, давайте и материально. Давайте сейчас сделаем то, для чего мы Василий Алексеевич. С его сомнениями, предчувствиями, ощущениями и прочим, прочим. Мы с тобой потом Василий Алексеевич, учитесь. Что? Учитесь по ходу дела. Так, ну давайте к тексту. Повестки. Повестки мы уже как бы оглашали, за него проголосовали. Первый вопрос у нас. О регистрации Розайкиной. Не нравится, что регистрация. Лариса Милявская по этому поводу. Алла Анатольевна. Я уже готова к нему выборам. После ваших. Кандидатом в депутаты Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области по одномандатному избирательному округу номер 2. Алла Александровна. Она может присутствовать, может и не присутствовать. Она просто была и прокуратуру учёт. Проверить соблюдение требований федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, закона Московской области о муниципальных выборах Московской области. При выдвижении кандидатов в депутат Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области. Проверив